себе только паспорт, черная гелевая ручка и, конечно же, знание предмета. На входе обязательная проверка на металлодетекторе, сдача мобильного телефона и других гаджетов. Нет, это не совсем ЕГЭ, однако процедура максимально приближенная к реальному государственному экзамену. Волгоградская область присоединилась к ставшей уже традиционной всероссийской акции «Сдаем вместе» – день сдачи ЕГЭ родителями. Это дает возможность родителям погрузиться в саму процедуру проведения единого государственного экзамена, увидеть ее прозрачность, увидеть все механизмы, начиная от того, как наши дети заходят в пункт проведения экзамена, как их встречает полиция, и включая самих процедурных моментов, когда они пишут работу, работы собираются, работы уже там сканируются. Самое главное для нас, чтобы родители увидели, смогли детей в момент важный для их решения, для их подготовки к единому государственному экзамену, детей своих уберечь от лишнего волнения. Специально для этой акции разработаны сокращенные варианты заданий единого госэкзамена, сформированные на основе реальных контрольно-измерительных материалов. Они позволяют родителям за час ознакомиться с заданиями разных типов, которые ждут 11-классников на реальном ЕГЭ. На территории Волгоградской области работают 45 пунктов сдачи, расположенных в каждом муниципалитете. На базе лицея номер 8 единый государственный экзамен по истории сдают больше двух десятков родителей выпускников школ Дзержинского района. Сегодня в 8 районах Волгограда работает по одному пункту проведения экзамена для родителей. Мы принимаем участие в такой акции каждый год. Честно скажу, что первое время было очень сложно, потому что родители боялись, так же, как и дети, принимать участие в такой акции. Сейчас из года в год у нас родители с желанием приходят, количество родителей увеличивается. Перед началом акции все пункты проведения были обследованы кинологами. На входе в обязательном порядке дежурит полиция. Также присутствует медработник и психолог. Контрольно-измерительные материалы поступают в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в присутствии участников экзамена. Процедура максимально отточенная и прозрачная, в чем родители школьников могут убедиться сами. Так дочь Ларисы Кошелевой заканчивает в этом году 11 класс. И сегодня мама пришла, чтобы своими глазами увидеть все этапы сдачи ЕГЭ, а потом успокоить и поддержать дочь и поделиться опытом с другими родителями. Конечно же, страшно, но нужно это мне для того, чтобы почувствовать все сопереживания, вот эти, как наши дети будут сдавать единый государственный экзамен, посмотреть, ознакомиться подробнее. Хотя нам в школе все рассказывали, на классном собрании периодически все время преподаватели доносят все сведения по единому государственному экзамену, но все-таки хочется почувствовать и посмотреть вживую. Напомним, в этом году сдавать единый государственный экзамен будут более 9000 выпускников 11 классов. Основной период экзаменационной кампании пройдет с 23 мая по 1 июля. Ксения Колоскова, Илья Китаев, телеканал «Волгоград-1».